Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Художница-самоучка Джун Стрэттон родилась в 1959 году в Гонолулу, Гавайи. Известна репрезентативными фигуративными картинами маслом, в которых женская фигура сочетается с природными пейзажами. Последние работы включают сусальное золото и гипсовые слепки ручной работы. Эти слепки созданы как из органической среды, окружающей ее студию, так и из сокровищ, которые художница собирала годами. Большие картины могут содержать до 30 отдельных слепков, которые затем позолачиваются или раскрашиваются маслом. Данные я беру из интернета. «Мои нынешние картины были описаны как кинетические портреты», говорит художница. «Хотя они часто фигуративны, они не являются портретами в традиционном смысле. Я пытаюсь передать суть движения, которое уникально определяет объект. Я восхищаюсь такими художниками, как Герхард Рихтер и Фрэнсис Бэкон, за их чрезвычайно искусные фигуративные изображения. Меня также вдохновляют примеры повествования, освещения и композиции фильмов таких режиссеров, как Дэвид Линч и Сэм Мендес. Чтобы начать писать картины, я делаю сотни фотографий за один присест и часами тщательно выбираю 3 или 4 изображения». Ну вот, все, что мне удалось найти о художнице-самоучке Джун Стрэттон. Художница известна репрезентативными фигуративными картинами маслом, в которых женская фигура сочетается с природными пейзажами. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.